сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о новом тренде. Все мы любим фотографироваться, но знаете ли вы, что из ваших снимков можно сделать уникальную фотокнигу? В Европе данное веяние давно популярно, но в Курган пришло совсем недавно. Меня зовут Антон Олейников, это программа «Твой стиль», пара селфи с конем и печатать. О новом тренде нам расскажет руководитель типографии «Курьер» Анна Головина. Анна, привет! Что за новая услуга в вашей типографии, для кого она предназначена и на какие случаи обычно заказывается? Эта услуга новая в нашем городе, в последнее время стала пользоваться популярностью. Заказывают на разные темы, это рождение ребенка, для девушек молодых это портфолио, по какому-то событию, то есть юбилей, свадьба. Классические фотоальбомы – это прошлый век. То есть это очень неудобно. Вспомните, как мы открываем фотоальбом, все вываливается. Мы пытаемся утрамбовать это обратно, и не хочется просматривать лишний раз. Фотокнига – это удобно, модно и очень просто. Например, для бабушек и дедушек это замечательный подарок, так как пожилым людям неудобно смотреть в монитор компьютера, это очки, это телефоны. Также вы собираете фотографии ребенка, либо семейные какие-то фотографии, печатаете им журнал. И совсем скоро будет День пожилого человека, и это будет отличным подарком. А есть ли какие-то интересные заказы? Были ли интересные случаи на вашей типографии? Да, совсем недавно был очень интересный случай. Группа из Швейцарии путешествовали по России. Конечно, точка у них был Курган. Насколько я помню, маршрут состоял из городов Казань, Москва, Екатеринбург, Курган. Именно у нас они решили заказать фотокнигу. Собрали все фотографии, мы им предоставили вот такой дизайн. То есть все очень просто, собраны все фотографии, сделана красивая обложка. А каких форматов, размеров можно сделать фотокнигу? Фотокнига бывает разных форматов, то есть нет какого-то абсолютного стандарта. Есть максимальный размер, это А4, как обычный журнал, а далее по желанию клиента. Фотокнига – это отличный способ сохранить свои воспоминания. Обращайтесь в типографию «Курьер», ведь счастье в моментах.